Всем привет! Готовим ужин. Что вы думаете? Руккола упаковка пропала, просто полежала один или два дня в холодильнике. И огурец, который мы единственный раз купили, который такие, как они называются? Грунтовые? Ну да, типа того, да. Неважно, но сам прикол, что это химоза. В общем, дорогой огурец за 69 центов. Тот, который типа натуральный. Не тот, что длинный, точно, что напичканный, а этот типа считается супер крутым огурцом. Ну сколько прошло, ну сам факт, огурец должен быть. Ну... Кислый, вообще мягкий, кислый, все в мусорку ушло, он в пакете, да. Все уже. У меня до сих пор шок, потому что мы решили скупиться на неделю, а нужно, походу, реально овощи есть сразу, потому что они химия сразу пропадает, надо сразу же есть. Так что капусты немного думала, что будет руккола. Да, хорошо, хоть капуста не пропала. Помидоры уже тоже становятся мягкими. Да, авокадо вот, что по скидке были, взяли, надо есть, потому что тоже пропадет. Да, мы же, ребята, взяли 3 авокадо. 2 из них нормальных, а 1 зеленое было. Ну, короче, капец. Да. Расстроены, ну, реально. Ну, да, обидно. Деньги и вообще хотели добавить, короче, такое, чтобы попасть. Будем есть вот салат. Готовят у нас хек. Хотим его сделать в томате. Что? Да, сейчас я делаю вот лучок, обжариваю. Проблема в том, что у нас закончился перец. Да, я последние крепки добавила, потому что все. И мы нашли выход из ситуации, добавим приправу для рыбы и душистый перец. Да, да. Также я ошиблась с кашей. Я знала, что это две разных каши, что есть пшеничная, а есть пшенная. И, в общем, я так, мы ж торопились, быстрее, и я думала, мы взяли пшеничную, а взяли пшенную. Я ее не очень люблю, она мне всегда как-то, не знаю, горчит. Я ее не ела очень давно, но я ее не очень люблю. Но, тем не менее, выбора нет, поэтому варим ее. Настя уже томат добавила. Сейчас все помешаю, будет смысл. Салат уже приготовили. Ну, я там показывала, потом еще покажу. Немецкий я делала, Кевин проверил, там многое правильно, многое неправильно. Ну, я не делаю сегодня, что няня зависит меня сделать. Настя, да. А не Кевин. Ну, вот реально, только сейчас понимаю, что мы вроде как потратили на продукты 56 евро, вот, на неделю. А у нас уже остался только хек. Да, вчера. Притом, да. Расскажи, мы же по половинке съели. Да, вчера мы половинку съели, сегодня картошечки немножко. Ну, то есть мы... Это сейчас готовится на завтра. Ну да, чтобы прийти, после курсов была еда. А сейчас мы съедим... Яйцо. Наверное, да, яйцо отварили. Ну, по яйцу. Салат и... Чуть-чуть каши и что еще? Сардину откроем, наверное, или, ну, или хек? Ну, может, штучки хека, да? Ну, просто я говорю к тому, что вот реально даже эту дораду разделили по половинке. То есть вчера мы за целый день съели половинку дорады и немного картошки с морской капустой. Рецепт, кстати, будет, или я просто не знаю последовательность, когда я буду выкладывать. Вот, и сегодня мы этим пообедали, а сейчас уже на минуточку 6 часов вечера, и все равно ж уже хочется что-нибудь покушать. Вот, поэтому я не знаю, как мы будем тянуть эту неделю. Руккола пропала, ну, короче, вы видели, я вам рассказала. Не знаю, как мы этот хек, целую неделю один хек будем есть или что. Ну, реально просто, ну... Больше нет возможности выделять сейчас на еду на этой неделе, это уже точно. Да, если мы не курили, то, конечно, можно было бы. А то, как мы курим много, это реально проблема. Угу. Да, вы сейчас там напишите, так в чем проблема бросить, там всякие умники найдутся. И обзовут еще как-нибудь, как бы мы уже не реагируем, 100 раз говорили об этом. Но пока не можем бросить. Пока, да, не готовы к этому. Это...
тяжело, особенно в данное время, все, что происходит, пока что мы не готовы бросить. Кстати, ребята, что хотела сказать. Вот этот чай мне вообще не понравился. Грин Мелисса. Гринфилд. Он вообще... А тебе понравился, Настя? Тоже нет? Самый лучший это вот этот вот. С лимоном он вообще хороший чаек. Листовой, к сожалению, мы не взяли. Расстроена за этого. Короче. Все, рыбу протушу и все. Давай. Пошла еще помешать нам, блин. Горело. Настя уже добавила рыбку. Расскажи, сколько по времени нужно ее тушить? Вообще тушить я уже приготовила. Вообще тушится рыба и все готово. 3 минуты. Да? 3-5 минут, да. Я вообще 100 лет хек не ела. Я тоже. Особенно в томате. Да, сейчас я все. Конечно, томата больше, чем рыбы. Я люблю так. Нет, все люблю. Макдональдс? Нас хочешь папа? Макдональдс? Нет. Наггетсы? Не хочу. Настя добавила специи для рыбы. А горошек еще не добавляла? Я добавила. Он где-то там, просто под рыбу. Алло. Вот, ребята, такой вот ужин. Яйцо. Настя не ест желтки. Кусочек рыбы, каша, салат. Вкусно? Да. Смачного. Дякую. Вот, ребята, такой вот хек мы купили с глистой, конкретной глистой. Это одна, а вторую, ну, вытянула, я не знаю, где она. Уже. Фу, ужас просто, пипец. Это ужас. Хек в микс-маркете. Да. В тот раз скумбрия была с глистами, в этот раз хек. Фу, просто выкинули все отвратительно. Так, ребята, еще раз всем привет от меня. Хотела все-таки высказаться насчет микс-маркета, потому как там продают несвежие продукты, да еще я прям фото, мы, наверное, можно, Аня, как-то фото выставить этого? Лизо? Ну, да, ты вот так. Нет, увеличить. Тогда увидят. Ну вот, увидят, да. Короче, мы просто находимся в таком шоке, потому что это же второй раз, когда мы покупаем рыбу свежую, замороженную. Этот раз была замороженная рыба, а до этого была свежая рыба. Первый раз была скумбрия, и она была с глистой. Там тоже была, ну там была одна глиста, да, такая же. Сейчас мы взяли, как вы видели, сейчас Аня выставит это все, хэк, в котором мы нашли 2 круглых глисты, закругленные такие, огромные глисты. Я не знаю, почему они проверку не проходят, что ли. Как допускается продукция? Блин, извините, это уже не первый раз, и рыба реально в тот раз была плохая. Скумбрия была плохая. Мы подумали, что мы не будем больше брать такое, то как было глиста. Мы подумали, возьмем замороженную рыбу, ну, потому что, блин, что с ней будет, тем более, если она в замороженном виде, мы думали, глистом не может никак быть. А оказалось еще хуже, мы ели просто, я, извините за слово, ну реально, я пошла в туалет и я все вырвала, потому что это никак, это ужасно, и меня до сих пор воротит, и я не понимаю, такие цены, во-первых, и за что мы заплатили, у меня до сих пор в голове вообще, я даже не знаю, что сказать вам, ребята, как допускается в микс-маркет такой продукт. Они обработку, или как это говорится правильно, не проходят, получается. Ну, реально, люди едят, даже не знают, что. Ну, я, не дай бог, отравлюсь. А не дай бог, хорошо, что это была замороженная рыба. Но я же говорю, в прошлый раз это была свежая рыба. И она могла размножаться, это глиста, оставлять свои яйца и так дальше. Это просто ужасно и отвратительно. Поэтому советую вам, не советую, точнее вам, ребята, покупать в микс-маркете рыбу свежую и замороженную. Так что вот так, слушайте нас внимательно, реально, это просто для нас шок. Так, всем спасибо за просмотр, до новых встреч.